выражение в этот момент, что какие-то минусы есть, оно как-то сразу не очень воспринимается. Хотя, если так, чисто с профессиональной точки зрения брать, то, конечно, наверное, вот здесь тоже как-то своеобразная гимнастка. По-моему, она уже третий или четвертый год подряд в Ташкент приезжает. Да, она к нам приезжает. Здесь тоже, кстати говоря, образ такой, знаете. А она еще подходит под этот образ. Да. На площадке она такая раскрепощенная, эмоциональная. Вот если подойдешь к ней и спросишь что-нибудь, она такая стеснительная. Не должно было быть. Анастасия, да, она вроде бы поймала, но когда делала вращательный метод, у нее была.